Представляю вам абсолютно новый международный магазин кейсов от создателей EasyDrop. TopSkin – совершенно новый проект, на котором рандом в разы лучше, чем в CSGO. Полностью автоматизированная система, крутые акции и подарки игрокам, возможность создавать контракты, колоссальное количество положительных отзывов на YouTube, полная прозрачность сайта, вплоть до открытого просмотра трейдов бота. В скором обновлении появятся бесплатные кейсы, промокоды, пополнение баланса различной валютой, евро, доллары, гривны и так далее. Также баланс можно будет пополнить скинами. Сайт рассчитан как на русскую, так и на зарубежную аудиторию. Ссылки на сайты и их группу будут в описании. Ну с кем мне поговорить посидеть? Ну пожалуйста, блять. Вот здорово, япончик. У тебя есть микрофон? Есть. Хоть одного человека я услышал. Сижу 30 минут, никто сказать ничего не может. Да ну нахер, понятно. А где у тебя два передних зуба? Проебал, бля. Семечки щелкал. Привет, диджей. А, ясно все с тобой, шейкер-шейкер, трет мудак, блядь. Капитан Шишка, ебать, или что там написано? Че у тебя с губами, братан? Ты че с плоскогубцами целовался, блядь? Блин, нахуя не переключать? Че не ищет-то? Ты вообще голый ребенок. Ты че тут лежишь? Потому что так надо. Я не хочу с тобой разговаривать. Тебя папа раздел, что ли? Блядь. Здорово. Куда я зашел-то? В чат рулетки или в чат рунетки? Добрым утром. Подъем! Вставай! Я думал, ты спишь. Вы че на вокзале? Алло. Какой нахуй вокзал? Вокзал ушной серый во рту твоего друга. Нахуй. Работу всю сделал. Отчет ты мне приготовь. Коля. Коля, ты меня слышишь? Коля! Чё за хуйня, Коля? Ёб твою мать, чё надо тебе, ёбану, блядь? Тополиный пух, Антон Петух. О, Коля! Коля! Возьмите кто-нибудь видеочат, сука плоская была, сука плоская была. Возьмите кто-нибудь, блядь, видеочат. Я сегодня не такой, как вчера. Ты вонючая свиная пизда. О, за шо ты? Это же вы снимались в фильме «Стальные пилотки». Три пизды. Вы как Наф-Наф, Ниф-Ниф и Нуф-Нуф. Три поросенка. Наф-Наф. Серый волк тоже есть? О. Да. Сейчас он вам быстро, блядь, «Стальные пилотки» на голубые поменяет. О, нихуя. Важный рэпер. Если бы ты на один день стал девушкой... Первые твои действия. Не знаю, какому-то пацану наебашу бы ебало. Представь, ты на необитаемом острове, с тобой 10 тёлок, но ебать их нельзя. Хотел бы дрочил бы на них, ебать. Я обдрачил их, кончой кормил бы. Нихуя у тебя, кстати, зуба нет, охуенно можно сигару вставлять. Да, я знаю, я просто борьбой занимаюсь. Успехов тебе в борьбе. Давай, спасибо. Хаю-хай! В гробу охуевай. Ты единственный, кто продолжил фразу! Через 23 минуты у меня остановится сердце. Привет! Не переключайтесь ни в коем случае. Я инструктор по правильному воспитанию головного мозга. Как вы думаете, правда ли мистер Пропер является цыганом? Господи, да! Поэтому он хуёво отмыл лицо твоей подруги. Сука, не говорите, что не смешно. Что не смеетесь? Чего не смеетесь-то? Не смешно! Не поняли, да? Почему у тебя на футболке фаллос нарисованный? Че это за хуйня? Да иди нахуй, что ты доебался, фаллос, блять. Педофилы должны быть наказаны. Хлопай сосисками и взлетай. Гарри Поттер, когда новая часть фильма? Гарри! Парту масти, ауди. О, все это наезд, блядь. Давай ты мне ответишь лучше на вопрос, как тебя на Авито можно продать после того, как я найду тебя по IP. Давайте я покажу сосиски. Ни в коем, блядь, случае. Я на 8 лет не хочу сидеть. Че ты мне расскажешь? Я сегодня срал. А еще? А еще ел. То, что насрал, да? Нет. Зубы жую, блядь. Процессор. Привет, Vape Nation. Это Бивис? Это Бивис? Лол. Что? Чё у тебя жишка с чем? Дрели Бивис? Посоветуй мне чё курить. Анаис и красное яблоко. А это old school, это малиновый джем. Ну, типа малиновое варенье, только малиновый джем. Нихуя, слушай, а её можно просто не курить, а выпить, блядь, вот в ложку, как сироп налить и выпить? Давай ты выпьешь ложку этой жишки, короче, я тебе в выпуск добавлю. Ля, давай, погоди только минутку, окей? Смотри. Видишь все? Видеоурок героинового наркомана, блядь. А можно бот передать привет кому? Да, конечно, передавай привет. Видишь ложку? Блядь, капает.
Ты захуярь ее. Прям покажи, как ты в рот. Я ее захуярил, блять, она у. Сука. Я ебал, блять. Как жижа, нормально? На вкус, как моча. Ебать ты отчаянный, пиздец. Ну все, я понял. Блять, стой! Ты можешь на стенке расписаться? Ну, блять, давай, ладно, кидай страницу быстрее. Так. Вот стена, блять. Давай, напиши мне хуй на стене. Блять, я тебя люблю. Павел, блять. Блять, ты написал. Ёбаный, блять, блин. Сука, ебанулся! Настоящий бивис! Просто тебе сейчас нужно охладиться. Всё, блядь, видишь меня? Видишь? Нахуя? Кабачок, зачем ты у Гендальфа спиздил волшебную сумку? Хуяли. Ну не знаю, просто. Ты чё, рэпер что ли? Давай, баста, гух. Давай я лучше на тебя мусорное ведро с 9-го этажа высыплю. Я тоже вижу. Собака охуенная у тебя, кстати. Да. Хочешь по стопам Панина пойти? Не надо. Ты же Бивис! Блять, Бивис, отвечаю. Передаем привет твоему каналу, братан. Мы подписаны. Спасибо. Здорово, пацан. 444-я буква на барабане. И это буква И. Иди нахуй, верно. О, здравствуйте, девчонки, здравствуйте. Я сексопатолог. Меня зовут Арсен Сексопатологович. Арсен Сексопатолог. Всяких епископов, простите. Заплетак языкается. Мы продолжаем. Кто-то там, блядь. Сектопатологович. Я сначала был филологом, блядь, учился, чтобы выговаривать вот эту вот свою профессию, блядь. После этого стал Антоном Сексопатологовичем. Стой, мы это... Ты не грузи нас. Как скрыть стояк на похоронах? Я бы хуй забила. Куда? Вместо гвоздя в крышку гроба? По твоей подруге справа вижу, что у нее, наверное, туберкулез в открытой форме. Вот, у меня запало в голове, пиздец, прям вот засело. Голая сиська бомжихи. Вот как мне эту сиську выкинуть из головы? Представить хуй бомжа Сереги. Сколько тебе лет? В свои годы я успел достичь многого. Я предлагал внести в законопроект, чтобы у детей выпадали глаза молочные, а потом коренные вырастали, у них зрение было бы 100%. Да, наверное, с головой немножко не в порядке. Пахнет говном! Прикинь, у тебя сиськи отстегивались бы и на новые менялись. Ты хуякс подмышку отстегнула потную, выбросила ее и новую одела. Как картриджи, блядь, меняла бы себе все. Наверное, фильмов пересмотрел про роботов, да? I'm sorry, very well. Я ебу, бля, бум-бум-бум. У тебя же микрофон есть. Почему ты молчишь? Горло может болеть. Tantum Verde Forte. А еще есть тоже наподобие Tantum. Он только у меня вот там вот. Вот он тоже, блядь, убивает все микробы в горле. Как дихлороцетат натрия, блядь. Да какой тебе вопрос ответить? Если бы ты парнем стала на один день, что бы ты первым делом делала? Не знаю. Смогла бы по яйцам просто степлером вот так вот пройтись? Что за глупый вопрос? Нет. О, на столе гандон вижу. А где его хозяева? Алло, ребята. Такая музычка еще играет. Блять, ладно, не буду так шутить. Вы женщина, а не посудомойка. Не злись, блять, уйди отсюда. Китаец, еба. Зови меня Баста, ведь в моих руках АК-47. Руки на затылок и ебальник в пол, пивну твою планету, только дай мне ствол, руки. Что, блядь? Здесь бы твой хорошо, только метафор, во! Дональд. О май гад, Дональд Трамп, сука, блядь. Сука. Ладно, все. Всем спасибо за просмотр, братишки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока. Racist.